Уборка города от снега должна выйти на новый уровень, считают участники рабочего совещания. Сейчас основную работу выполняет муниципальное предприятие благоустройства. Вывозит от 7 до 10 тысяч тонн снега. С начала этого сезона больше 500 тысяч тонн. Сейчас в парке предприятия 300 спецмашин, но согласно нормативам, чтобы своевременно очищать весь город, Самаре нужно больше 1000. Проблема нехватки машин копилась годами. Недофинансирование привело к тому, что парк техники изношен почти на 90%. В 2015 году по поручению главы города Олега Фурсова закупили более 60 единиц спецтехники. Для существенного обновления парка сейчас нужны дополнительные средства. Машины каждая – это 15 квадратных метров площади уборки территории, которая, соответственно, стала сжиматься время для уборки. То есть если раньше, там, в 2007 году за ночь можно там было получить 12 часов, 14 часов рабочего времени, то сейчас мы находимся в рамках 6, соответственно, надо растить мощность. Для комплексного решения проблем предприятия при городской думе создадут специальную рабочую группу. В рабочую группу, соответственно, от депутатского корпуса войдут профессионалы, которые занимаются проблемами жилищно-коммунального хозяйства, юристы. И я считаю, что эта рабочая группа, она смогла бы принести большие результаты. Участники совещания приняли решение заключить соглашение, в рамках которого общественники и депутаты будут участвовать в приемке работ по уборке снега в городе. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События.